То, что книга – лучший друг человека, и чтение питает наш ум, ни для кого не является открытием. Но то, что читающий человек живет дольше и, что немаловажно, интереснее нечитающего, знают немногие. И хотя чтение для нас кажется простым и понятным, на самом деле это сложнейший мозговой процесс. Мы сегодня расскажем о том, как мы читаем и как наш мозг потребляет эту информацию, потому что фактически эта информация самый сложный вообще эволюционно акт для нашего мозга. Это связано с тем, что мозгу нужно включать в этот процесс как можно больше областей, здесь и зрительная кора работает, и височные доли коры работают, когда мы про себя проговариваем то, что мы читаем, и, естественно, лобная кора очень активно работает. Ну, то есть включается фактически весь мозг. Популяризаторы науки Алексей Паевский и Анна Харужия уже хорошо знакомы участникам городского открытого лектория «Химия слова». Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Тольятти, и это одна из самых лучших аудиторий, которая была, бывает, а я езжу много очень, поэтому для меня это всегда приятно. Мы занимаемся мозгом уже больше 6 лет, да, поэтому все, что связано с нейробиологией, очень интересно для меня, как для человека читающего и читающего много. У меня у самого библиотека домашняя 5000 томов. Тема, по-моему, одна из самых главных. Тема лекции «Мозг читающий» привлекла внимание тольяттинцев. Для многих провести вечер пятницы в интеллектуальном клубе стало доброй традицией. В этот раз, как никогда, в зале много школьников. Нам в школе предложили сходить на эту лекцию и сказали, что это бесплатно, и мы решили, что это отличная возможность. Вдобавок, я увлекаюсь химией и собираюсь пойти на доктора. Поэтому для меня это крайне хорошая возможность узнать что-то новое. Что-то новое тольяттинцы узнают в рамках лектории «Химия слова» уже 5-й сезон. За это время организатор проекта «Тольятти Азот» представил горожанам возможность посетить 65 выступлений известных российских ученых, журналистов, психологов и популяризаторов науки. Сегодняшняя лекция максимально отвечает названию нашего лектория. Наверное, нам расскажут, как происходит химия слова в нашей голове, когда мы читаем книги. В принципе, о мозге мы говорили достаточно много, и о литературе мы говорили достаточно много. Сегодня лекция совмещает два эти направления, поэтому, мне кажется, это очень знаковое мероприятие. Полную версию лекции «Мозг читающий» можно посмотреть в ближайшие выходные на телеканале «Тольятти-24» и на YouTube-канале «Лекторий химия слова». Елена Туманова, Владимир Никитин, новости Тольятти.